Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 33 на странице 102 учебника математики для 3 класса автора Моро. Запиши названия прямоугольных, тупоугольных и остроугольных треугольников. Начнем с прямоугольных треугольников. У них один угол должен быть прямым. И это у нас следующие треугольники. BKC, AKC, DKC и NKC. Теперь находим тупоугольные треугольники. У них один угол должен быть тупым. И это треугольники BDC, BAC и CAN. И остались остроугольные треугольники. Это треугольники DCN, DCA и BCN. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.